там почти готовы, аккуратно. Каждый год в начале лета Рамиль отправляется в лес, примечает места, где растет курай. По-научному – уральский реброплодник. Круглая шапка из мелких цветов на высоком толстом стебле. На первый взгляд ничего примечательного, но только не для башкир. Это растение отличается тем, что вот у него нет перегородок, как у других растений. И идеально подходит для мультиганных ферментов. Но растет он только на южном Урале. Больше на южном Урале, больше не растет. Осенью Рамиль вернется на это место, чтобы собрать уже сухие стебли курая. Из них он сделает музыкальный символ Башкирии – курай. Республика в составе России. Находится она на юге Урала, на границе Европы и Азии. Коренные жители – башкиры. Это древнейший народ. О племенах, из которых он формировался, писал еще Геродот. А термин «башкиры» в X веке упоминает в своих записях арабский путешественник Ибн Фадлан. Вообще же люди в этих местах стали селиться с незапамятных времен. Есть стоянки железной эпохи. Бесценные находки хранятся в сердце Урала, Каповой пещере Шульганташ. Ученые предполагают, что пещере не то 3, не то 4 миллиона лет. Народ поселил в нее темные силы, а вот предки башкир в свободное время соревновались здесь в художественном искусстве. На скальной живописи Шульганташа 17 тысяч лет, а может и больше. Таких памятников во всем мире можно по пальцам сосчитать. Это ведь одно из древнейших вот таких культовых мест, понимаете, на планете. Это, ну, храм, если хотите, да, святилище, причем святилище региональное. Мы хорошо знаем, что сюда приходили люди с восточного Урала, там за многие сотни километров. Юрий Лихницкий впервые эту пещеру увидел лет 30 назад, а досконально изучает ее лет 10. Знает каждый зал, каждый проход и, конечно, каждый рисунок. До него было обнаружено 46 образов. Экспедиции последних лет довели их счет до 190. Самая красивая композиция находится на втором этаже пещеры, в зале рисунков. Лихницкий сколько лет изучает рисунки Шульганташа, столько и пытается защитить их от враждебной окружающей среды, излишнего тепла, неразумных туристов. Искусство древнего человека требует консервации, но пока на это нет средств, поэтому проход к оригиналам закрыли. Может получиться так, что привозить сюда будут, понимаете, сотни тысяч людей, а смотреть тоже будет не на что. И все же увидеть искусство древнего человека можно. Для туристов первое. Экскурсионный маршрут.
Лихницкий надеется, что когда-нибудь настоящие рисунки в зале у входа создали точные копии наскальной живописи, оборудовали небольшой и покроют защитной пленкой. И тогда все желающие смогут окунуться в мир древнего человека. Кеше аяқ басмаған ергә үз бәхетләрен эзләп сыгып киткәндәр. И отправились люди в неизвестные дали в поисках лучших земель. И встретилась им на пути волчья стая. Вперед вышел вожак и помчался, увлекая за собой всадников. И привел он людей в чудные края. В благодарность волку стали они называть себя башкортами. Баш – главный. Есть несколько версий происхождения башкир, например, иранская, но наиболее распространенная – тюркская. Сам этноним башкорт, который имеет несколько вариантов. Один такой наиболее распространенный – это башкорт. Это когда якобы что башкир вел волк, когда они шли из Средней Азии или из Алтая на новую родину, на Южный Урал, что волк сюда привел. И с этого момента волк стал почитаться как волк-предводитель, как волк-вожак. Вот, естественно, курай. Музыкальный курай из растения легко сделать. Он красиво звучит, поэтому с древних времен очень популярен в Башкирии. Так, замеряем примерно длину. Курай становится стиля. Даже сегодня без курая ни один праздник не обходится. Основа курая – трубка. Вот в вибрационной кассе стоят вот эти трубки. Проверяют его звуковые качества. Естественно, курай. Башкиры очень любят праздники. И если в каком-то дворе зазвучал курай, туда обязательно придут все соседи. Обряд имя наречения. Мулла трижды шепчет на ухо ребенку имя. В данном случае Камила. Так будут звать эту девочку. Обряд очень древний, еще до принятия ислама. Больному ребенку шаман давал другое имя, чтобы отвести злых духов и победить хворь. С принятием ислама имя наречения стало праздником. Причем проводить обряд могут как сразу после рождения ребенка, так и спустя пару лет. После праздника имя девочки занесут в родовое шежере. Камилла из рода Бикметовых. Когда придет пора выдавать девушку замуж, родители внимательно будут изучать шежере ее избранника. Шежере – это родословное. Каждый башкир знает 7 колен своего рода. Это древнее правило в старину помогало определять границы родовых земель, избегать смешения родственной крови. В советские времена традиция составлять шежере была забыта. Сегодня она вновь возрождается. Как любой человек без фамилии, человек, не знающий своих родителей, своего отца, своей мать, это уже не человек, это уже потерянный человек, как говорится, манкурт, как у нас называют. И поэтому каждый народ, не знающий своих корней, это тоже уже народ, он уже будет списан с истории. И поэтому каждый народ должен знать своих предков, должен знать своих исторических предков. И поэтому сейчас возрождаются традиции составления шежере до... усиливает каждого народа. Это облагораживает каждый народ. Вот это сад. Куда? 6-го, 7-го поколения и так далее. И знание истории, это... Мы бегали в большую переменку.
Рауф – один из родственников маленькой Камилы. Это лучший составитель шежере в Башкортостане. Он собрал документальные сведения о 3013 родственников, проживавших с 1625 года. Сначала он расспрашивал родню, но быстро понял – это неверный путь. Нужно искать документы, и отправился в архивы. Самое первое впечатление, которое я получил от посещения архивов, это очень сложное, трудно передаваемое ощущение, когда открываешь папку, которую никто до тебя в течение 200 лет не открывал. И еще интересно, когда вот в этой папке я в одной из папок нашел цветочек засушенный, который положил туда, скорее всего, писарь, который заполнял этот документ. После нескольких лет работы в одиночку Рауф выяснил, что историей его рода интересуются два дальних родственника – Мират и Ирик. Уже вместе они и составили, если не самое большое, то уж точно самое достоверное шежере. На республиканском конкурсе генеалогическое древо их рода признали самым лучшим. Чем больше наши молодые люди будут знать о своих предках, тем легче, может быть, и значит, заниматься родителям в вопросах нравственных. Потому что, ну, греха нечего таить, что люди старшего поколения, тем более люди далеких предков, они в смысле вот приверженности добру, справедливости, я могу с уверенностью сказать, намного выше, чем сегодня, в сегодняшнее время. И чем больше они будут знать о них, тем легче будет родителям их воспитывать. В деревне Новокурманово собралось около 100 представителей рода Бикметовых. Они открывают памятный камень в честь их предка, известного башкирского деятеля 19 века Давлетши Бикметова. Он являлся одним из, ну, так будет, популярных картофель, ну, так бы. По картошке, ближе, да. И вот это неспроста, в этом поле, рядом с камнем, растет ее любимый картофель. Вот я приехал и был рад, что Салимьян посадил здесь картошку, а мы привезли камень. В деревне живут правнучка Давлетши и правнук, которому 93 года. Аллах, потому что так... Камень поставлен на землях, принадлежавших когда-то роду Бикметовых. Теперь об этом будет напоминать вот этот рунический знак – тамга. Тамга – это была своего рода печать. Печать своего рода, своего племени. И тамгой ограничивали, очерчивали территорию родов и племен. У каждого рода были свои знаки. Тамга, ран, дерево, птицы и животное. Тамга, печать, ставилась на все, что принадлежало роду. На земли, деревья, скот. Животное – символ рода. Аран – боевой клич. Дерево и птица – проводники души в иной мир. И когда человек умирает, предполагают, что душа его переходит, улетает из тела, покидает тело и переселяется в высокое дерево. Через дерево она доходит до вершины дерева и через вершину переселяется в птицу. И эта птица, улетая в небеса, уже доходит его на верхний мир, доносит до верхнего мира, и там он, душа свободно парит и существует, как бы уже живет второй жизнью. Это призыв Верховного Духа или Духа давнего-давнего предка, первого предка. И, допустим, вот у башкир, допустим, у Усырган был клич Муйтан. То есть это Муйтан, это тот самый как раз первый предок, которого они в минуту опасности, в период боевых схваток, они, допустим, вся сотня воинов вслух, в один голос кричала «Муйтан, Муйтан», то есть они призывали его и на помощь, и это им придавало силы, духа, и они с особой смелостью шли на любые схватки, не боялись смерти.
воды озера расходятся, и из них появляется табун тулпаров, один лучше другого. За ними следуют белые кобылицы, а последним из воды выходит крылатый отбусат. Нет на свете сильнее и отважнее этого коня. Могучий, как ветер, в мгновение ока через горы переносит. Не всякому егету покорится он, лишь достойному. И часто вот сейчас последние 2 года от снега мало. И это, ему там физически очень тяжело. Вот меня таскать, там он тащит свой овес, в общем, ну, оружие, естественно, одежда зимой. И вот ему тяжело, мне его жалко. Но я уж так объясняю, я ж тебя кормлю, ухаживаю. Вот, ты чувствуешь себя хорошо по жизни, поэтому ты должен свое отработать. Я когда вот первый раз сел на оспе, я не помню. Поэтому такого так, ну, возможно, даже упал. Но я не помню. Вот когда я себя помню, я уже ездил, ну, прилично. А так, когда научился, не помню. Ну, ездить нравится, даже сейчас нравится. Вот, и даже вот я немножко стеснялся вот этого. Вот садишься на лошадь, особенно первый, вообще и сейчас тоже. И вспоминается тот восторг, когда вот я, ну, в 5, 7, 10 лет садился на лошадь. Вот, вот вспоминается и такое, ну, приятное чувство. Вот такой, такой детский восторг. Немножко себя так, ну, стесняешься так. Вроде как так, вроде большой дядя, скоро дедушка. Башкиры занимались скотоводством, разводили лошадей и овец. Лет... Восторгаешься, как ребенок, так сам себе говоришь, а сам едешь дальше. В старину там семьи с табунами кочевали в поисках пастбищ. Выезды на так называемые литовки сохранялись до середины прошлого века. Сегодня кочевые традиции остались в прошлом, а вот любовь к лошадям у башкир до сих пор сохраняется. 2-3 года назад я завязал тяжелее. Мало кто из башкир помнит, как впервые верхом проехался. Говорят, это происходит само собой и не запоминается. Дедушке из могилы 89 лет. Это по земле ему трудно ходить, да и по-молодецки на лошадь уже не вскочить. Зато верхом лет 40 долой. Хоть сейчас в дальний поход и седла не надо. За всю жизнь ни один конь не смог его сбросить. Любым молоднягу обучал. Какой даже узду надевал, 8 лет жил. Сел, не упал. Сколько прыгал. Все равно не могли бросать. Если не сесть, так хоть спрыгнуть по-молодецки дедушка может себе позволить. Чай еще не 100 лет. Дедушка и сейчас бы сел объезжать норовистого жеребца. Да только родные не дают, а возрасте напоминают. По башкирским меркам у дедушки из могилы обычная семья. 9 детей.
Самая младшая, Венера, по старинному обычаю живет с отцом. Младшие должны досматривать родителей. Хозяйство у семьи большое. Кобылы, жеребята, причем как свои, так и колхозные. Семья из поколения в поколение занимается производством кумыса. Кумысный период недолгий, примерно с конца весны до начала осени. Это время, когда кобылы приносят жеребят, только тогда они дают молоко. Доить кобылу, как корову, круглый год невозможно. Доят кобылу каждые 2 часа. Кумыс делают вручную, в липовой бочке. В ней всегда есть немного закваски. Ее рецепт каждая хозяйка держит в секрете, потому что именно от закваски зависит вкус напитка. В бочку в течение дня подливают молоко и каждый раз взбивают деревянным верхушком. Так делали сотни лет назад прадеды, и лучшего способа сделать кумыс вряд ли человечество придумает. Вечером Венера разольет кумыс в бутылки, а на утро его можно будет пить. О лечебных свойствах напитка известно с давних времен. Еще до революции в Башкирии организовали первые кумысы-лечебницы. Поправить здоровье на Урал приезжали все известные личности. Кумыс бывает 3 степеней выдержки. Однодневный, легкий, это для детей. Двухдневный, для всех. А самый крепкий, 3-дневный, напиток мужчин. Получился хороший или нет? Попробуй-ка. О, хороший. Хороший, да? Хороший. Почти в каждой деревенской семье есть хотя бы один долгожитель. Отчасти секрет кроется в кумысе, но все же не в нем одном. Есть у башкир еще рецепты долголетия. Вот ты тоже попробуй. Вкусный. Молодец. Чугун, береста и сметана. Все, что нужно для приготовления чудодейственного снадобья, которое от многих недугов лечит. Рецепт прост. Чугунок наполняется очищенной берестой. Закрывается крышкой и на огонь. Минут на 30-40. Бабушке рецепт достался от мамы, а ей от своей бабушки и так далее. Готовить народное лекарство вроде несложно, но все равно внимание требуется. То дров подложить, то водичку подлить. Лекарство хоть и лечит хвори, но годы берут свое. Бабушке самой уже сложно воду качать. Хорошо вместе с ней внучки живут. Самый ответственный момент – рассчитать время, когда крышку поднимать. Раньше открыть чугунок снадобье не доварится, позже пригорит. Время для сметаны настало. Пару ложек, все хорошо перемешивается, предварительная дегустация. И вот оно, волшебное снадобье – башкирская жвачка. Даже представить сложно, как береста превращается в такую черную однородную массу. Во вкусе присутствует и сливочное масло, и дымок, и нефтяное послевкусие. Да, о, вкусно! Ой, молодец! Бабушка прописывает жвачку после каждого приема пищи, даже после чая, которому в Башкирии всегда подают мед.
Дело в том, что пчеловодство – традиционное для башкир занятие. И башкирский мед с давних пор и по сей день славится на всю Россию. Во дворе каждого дома обязательно стоят ульи, не меньше 10. Когда-то мед значился первым в списке выплаты ЕСАКа. Правда, в те времена были не улья, а борти, и пчеловоды назывались бортниками. Сбор дикого меда – древнейший промысел. Раньше им занимались практически во всех лесистых местах. Сегодня бортников впору заносить в Красную книгу. На всю Россию их осталось 13 человек. И все они живут в Бурзянском районе Башкирии, в заповеднике Шуйгантаж. Бортники как проводники в прошлое. Снаряжение сантимера не изменялось со времен прадеда. Кожаный ремень, кирем, деревянная подставка для ног, ага-саяк, батман под мед, нож, гнилушки для окуривания пчел. В общем, все, что нужно для работы на 6-15-метровой высоте. Деды занимались до этого. Но отец здесь поработал. После этого. Я уже 21 год работаю здесь. Башкирия уже такая же, как сказать. Ну, все занимаются бортничеством. Кто пчел любит, те люди занимаются пчелами. Борти – это дупла в старых деревьях. Их либо уже облюбовали пчелы, либо их туда приманивают. Как? Секрет бортника. Раньше бортовые деревья помечали родовыми знаками – тамга. И чужие пчеловоды мед с этих деревьев не брали. Сегодня набивают цифры, больше для отчетности. Заповедники все знают, сколько пчелиных семей общественных, а сколько у каждого бортника личных. У сантимера, например, в собственном владении 21 дерево. Дикий мед собирают только раз в году, осенью. Но летом, время от времени, бортники навещают пчелиную семью. Первые метры бортник поднимается по дереву без страховки. Лишь на середине пути набрасывает ремень. Но внизу обязательно помощник стоит. Подает, принимает, а в старину еще и свидетельствовал, что бортник со своего дерева мед брал. Вход в дупло преграждает деревянная палка. Тукмах называется. Это защита от медведя, тоже дедовский способ. Косолапый пытается отодвинуть палку, а она возвращается и бьет его. Говорят, эффективно. Из пчелиных вредителей самые опасные, помимо медведя, куница и муравьи. Куница оставляет после себя неприятный запах, и пчелы больше не селятся в этом дупле. А от муравьев спасения нет. Дорогу проложили, значит, весь мед вынесут. Бурзянская пчела. Отдельный разговор. Меньше своих собратьев, но гораздо выносливее. Морозоустойчивая, она может собирать нектар даже в дождливую и холодную погоду. За год пчелиная семья приносит около 5 килограммов меда. Но иногда может дать и 12. С колодки срезают часть соты, а часть оставляют для пропитания пчел. Дикий мед невозможно качать общеизвестным способом, потому что в дупле нет рамки. Так что дикий мед перемешивается с воском, перпой, пыльцой. Вкус очень насыщенный, с дымным ароматом. Попробовать уникальный мед можно только в Башкирии, в заповеднике Шуйгантаж. Женщине в старину было запрещено даже дотрагиваться до этого инструмента. Так что ей оставалось лишь слушать песни курая.
авылда 7 апалы һеңлеле, 7 һылау кыз яшәгән ди. В одном ауле жили 7 сестер, 7 красавиц. Лицами схожи так, что отличить их никто не мог. Среди своих подруг первыми были они в песнях, в танцах и в работе. Прослышал о сестрах-красавицах злой хан, напал на аул и украл их. Хотел сделать своими наложницами, но красавицы сбежали. Разъяренный хан пустился в погоню и настиг сестер у самого обрыва. У красавиц не осталось выбора. Взявшись за руки, они сбросились со скалы. Печальную историю народ превратил в танец «Семь красавиц». Судьба в легендах и нелегкая жизнь в реальности. У башкирской женщины свободного времени не бывает. Надо хозяйством заниматься, рукоделием, ткать, например. Ткацкий цех в Саид-Бабе действует всего полгода. Когда кризис грянул, работы в деревне совсем не стало. Вот тогда на совете и придумали возродить древнее ремесло. В Доме культуры поставили станки и пригласили желающих обучаться ткачеству. Женщин пришло много, но сертификат от мастера получили лишь 5. Сегодня новоявленные мастерицы ткут дорожки, небольшие ковры. В основном туристам продают и на праздничные ярмарки вывозят. Пока цех доход не приносит, но все впереди. Слава о деревенских ткачихах уже разлетелась по республике. Учителем мастериц была единственная в районе ткачиха Рабиба Апай. Сама-то с детства рукодельница. Сначала шить и вышивать научилась, а потом и за ткацкий станок села. Рабиба Апай любит надевать национальный костюм. Он красивый. Сама шила по всем правилам. Вот головной убор. Кошмаух или накосник. Другой элемент костюма – сакал или нагрудник. Когда-то на нем все богатство семьи было. На нагруднике Рабибы Апай самое ценное – это военные трофеи и медали. Пока на выставку не приехала и не догадывалась, что ее любимое занятие – ткачество – считается забытым ремеслом. В деревне самотканные ковры всегда в домах висели. Да и сегодня обязательно молодым на свадьбу дарят. Если бабушки запели грустную песню о тяжелой девичьей доле, значит, в деревне праздник, свадьба. А грустные песни – это воспоминания о былых традициях. В старину девушка после замужества, как правило, больше не встречалась с родителями. Муж увозил ее в стоянку своей родни, и она уже не имела права уходить далеко от юрты. Башкирские свадьбы в деревне похожи на театральную постановку. Национальные костюмы, древние обряды – все соблюдается. Например, невесту из родительского дома везут через все село на телеге вместе со всем приданным, чтобы видели, богата она или бедна. Следом родня невесты – поддержка. Нового дома уже свекровь поджидает, подушку под ноги подкладывает, намекает, чтобы невестка покладистой была. Ой, мама. Мед и кумыс молодым преподносит, чтобы жизнь у них сладкой была, но в дом не ведет, пока приданное не проверит.
Свадьба для всех праздник, кроме невесты. Для нее сплошные испытания. Первым делом ее на кухню ссылают. Чак-чак печь. Чак-чак – традиционное сладкое блюдо тюркских народов. Но у каждого из них лакомство имеет свое отличие. Так, у башкир палочки толще, чем у татар. Башкиры чаще всего чак-чак не поливают сиропом, а мед отдельно подают. Время чай пить. И самовар пуст. Свекровь снаряжает невестку на другой конец села за родниковой водой. Но воду набрать непросто. Надо учтивость к старшим проявить. Общий язык с хранительницей родника найти. Хранительнице достаются полотенца, а невесте коромысло с ведрами. Молодая должна красиво, не расплескав ни капли, принести воду домой. Если справится, вся деревня будет знать, что эта семья хорошую хозяйку взяла. Встречается, и, естественно, на всех его не хватает. Чтобы обеспечить музыкантов инструментами, мастера еще в середине прошлого века придумали деревянные кураи. Сделать курай – полдела. Инструменту нужно дать голос. Чтобы курай красиво звучал, надо правильно расположить отверстия на нем. На классическом инструменте их 5. 4 с верхней стороны и 1 с обратной. Второй ответственный момент – размеры отверстий. От этого зависит тональность инструмента. У Рамиля есть шаблоны под каждую тональность. В свое время он их сделал вместе с другом, известным музыкантом Робертом Юлдашевым. Но шаблонные кураи подходят только любителям. Профессионалы требуют идеального звучания. Чтобы добиться такового, Рамиль приглашает Роберта. Любое дело требует своего мастера. Огонь был священен для тюркских народов. Никто не имел права плевать в костер, чтобы не разозлить духа. Потуший очаг предвещал беду в семье. Перед юртой тюркского вождя всегда горели костры, и никто не мог приблизиться к нему, не пройдя сквозь огненный коридор. Огонь очищал человека от дурных мыслей и грехов, делал его сильнее духом. Кузнец-самоучка. В 3-м классе выковал первую подкову. Кузнец тогда даже не поверил. Фарах обиделся и убежал. Не понял, какую на самом деле высокую оценку от мастера получил. Сегодня этих подков и не сосчитать. Чаще всего к кузнецу приходит лошадь подковать. Без железных набоек роговой слой на копытах быстро стирается, особенно в горах. Дело не хитрое. Главное, чтобы подковы по размеру подошли. А уж лошадиный педикюр и помощнику можно доверить. Смена подковы – безболезненная для лошади процедура. До чувствительной зоны сантиметров 10.
Двор Фараха – это не только кузница, это мастерская шорника. Он может лошадь с копыт до макушки нарядить. Упряжь, уздечки, телеги, седла. Кстати, за первое седло до сих пор не стыдно. Он его более 30 лет назад смастерил. Лучшего кузнеца, чем Фарах, во всем районе не сыскать. Только вот добраться до него сложно. Живет высоко в горах. Когда-то горожанином был, но тюркская душа поближе к природе и свободе позвала. Вот и переехал в деревню, где всего-то домов 10. А скучать действительно некогда. Большое хозяйство. Коровы, лошади, пчелы и так мелочь, куры, гуси. Всем корм на зиму заготовить надо, да и о себе не забыть. Вот над печкой коротка птица. Это такой сорт сыра. Его как добавку используют в разные блюда. Он жир нейтрализует. Дрова в печь постоянно надо подкладывать, чтобы сыр равномерно прокоптился. Даже подчаевничать времени нет. Самовар на ходу раздувают, потом также и чай с медом быстро пьют. Но эту деревенскую суету Фарах ни на какие блага цивилизации не променяет. На Урале пересекались дороги многих племен. Одни воевали, другие роднились. Есть предание, что часть башкир в 9 веке ушла с мадьярами в Панонию. И сегодня их потомки живут в Венгрии. Представители тюркских народов, превращая Бугац в стоянку кочевников. Андреш – главный организатор тюркского курултая. Антрополог по образованию, он долгое время изучал историю своей семьи, своего народа. И стал придерживаться мнения, что венгры тоже принадлежат к тюркскому братству. Приехав из разных уголков земли и говоря на своих языках, участники курултая тем не менее понимают друг друга. Башкиры узбеков, татары казахов. Если не с первых слов, то через день уже свободно общаются. Сказывается тюркское родство. Главное правило венгерского курултая – историческая подлинность. Каждый участник выбирает себе эпоху и реконструирует ее во всех деталях, будь то одежда или воинское снаряжение. Кстати, по костюмам можно судить о судьбе мадьяр. Например, в таком шлеме шли только побеждать, жестко отвоевывать место под солнцем. А так управлять лошадью могут те, у кого предки рождались и умирали в седле. Венгры не только сохранили костюмы предков, они еще помнят многие обряды тюркских народов. Один из них – обряд братания, который они предложили провести гостям курултая. В нем участвовали руководители всех делегаций. Они поклялись во имя общего прошлого всегда и во всем поддерживать друг друга. Роберт Юлдашев – известный кураист не только в России, но и за рубежом. Уже много лет он играет на кураях, сделанных его другом Рамилем. Когда-то друзья просидели в мастерской несколько суток, разрабатывая схемы настройки инструмента. Нынче при встрече они доводят до совершенства голоса кураев, сделанных по тем образцам.
Вообще, чтобы максимально хорошо настроить инструмент, мне нужно было вот, 2 дня здесь отдохнуть, в бане помыться, вот, среди гор погулять, кумыс попить, да. Потом вот это вот, слух после городской суеты, он начинает обостряться, поэтому... Урай настолько уникален, что может играть с любым музыкальным инструментом и даже с симфоническим оркестром. У Роберта есть такой опыт, но лучше всего он звучит соло, ведь курай – это голос ветра. Это создал Бог. Этот тростник вырос из земли. Он впитал в себя любовь солнца, любовь земли. И просто из него льется радость Бога. Хэм килер яр, курай сэске ады. Хэм ел уга ямы вакигалар. Придет весна. И зацветет курай, и ветер поведает ему истории. Настанет час, и человек сорвет курай, и заиграет на нем, и услышит голос ветра.